Лекс. Я Лекс. Самое мощное оружие разрушения в двух вселенных. Я вырос на созвездии, правителем которого является божественная тень. Там хорошо кормили. Мой капитан Стэнли Твиддл. По его приказу я взрываю планеты. Раньше Стэнли был охранником четвертого уровня на созвездии, а потом стал беглым преступником. Этот беглый преступник должен быть немедленно уничтожен. Сейчас он мой капитан, потому что еретики, которые хотели украсть меня, вручили ему ключ доступа ко мне. Унеси нас отсюда, доставь нас в дальние границы, унеси нас в лучшие места. Но это он увел нас прочь. Стэнли помогла Зеф с Бедрикей. В качестве наказания за неисполнение обязанностей жены ее превратили в рабу любви. Но что-то пошло не так. Теперь она частично межзвездный ящер. Поэтому иногда она не очень милая дама. Увидимся, любовничек. Голове роботу 790 досталась часть трансформации в рабу любви, производимой с ней. Я буду вечно любить тебя. Теперь он тоже член моей команды. Так как Зеф — раба любви, ей нравятся мужчины. Привет. Но только не Стэнли Твиддл. Второй мужчина на борту — Кай, последний из Брунен Джи. Но он мертв, поэтому не может сделать Зеф счастливой. 2000 лет назад планета Кая была уничтожена божественной тенью, все ее население погибло. Тело Кая сохранили, позже его использовали в качестве убийцы. Кого мне убить для вас? Но он вернул себе свою память, отняв ее у божественного предка. И тогда он стал одним из членов моего экипажа. Пророчица времени предсказала, что Кай уничтожит Орден Божественной Тени. Созвездие будет уничтожено руками Брунен Джи. Но это будет тяжело сделать, потому что его протокровь теряет свои свойства, и он должен оставаться в очень холодной камере. Удостоверьтесь, что я вам нужен, прежде чем реанимировать меня. Мой экипаж боится Божественной Тени, правителя Вселенной Света. Моя основная задача — положить конец этому пророчеству. Божественная тень хочет вернуть меня, а также он хочет вернуть божественных предков. Но больше всего он хочет уничтожить Кая, потому что он боится пророчества. Зеф, Кай и Стэн этого не хотят. Они провели меня через фрактальную оболочку во Вселенную Тьмы, Вселенную Зла и Хаоса. Кай! И сейчас мы ищем себе новый дом. Сага вторая.